Всем привет! Я здесь спускаюсь с горы в Бенедорме. Вот видите, какая у меня курточка? Теплая, такой маленький, но теплый пуховик от ветра. Потому что зима, это также и ветер тут у нас. Расскажу еще в двух словах, почему так много пожилых людей отдыхают на нашем побережье зимой. На самом деле все очень просто. И это не означает, что у нас постоянно только старички отдыхают здесь и пожилые люди. Как, может быть, некоторым покажется. Наши немецкие клиенты нам такой вопрос задали. Вот видите, цветочки цветут сзади. Почему так много старичков? Они остановились в одном отеле в Бенедорме. Вот, и говорят, одни пожилые люди. Почему так много? В чем дело? На самом деле, действительно, в это время приезжает очень много пенсионеров, в том числе из северных провинций, из Мадрида. И государство им оплачивает большую часть стоимости отдыха. И поэтому именно в это время, когда им не жарко и хорошо, они сюда приезжают. Вот. Ну а летом, в сезон, у нас очень много и детей с родителями, и молодых людей. Ну и вообще как бы от района к району все по-разному, потому что у нас, например, довольно молодой район. Живут семьи с детками, и поэтому есть разные, на самом деле, и не означает, что тут одни дедуганчики